10.04 в Москве, друзья, телерадиоканал «Страна ФМ». Еще раз доброе утро всем. Сегодня у нас прекрасное музыкальное утро намечается. Я бы сказала, у нас рокерское утро намечается. Let's get rock! Доброе утро. И сегодня у нас в студии, помимо главного рокера «Страны ФМ», Влада Кутузова. Ладно, Юрий Егоров здесь тоже, большое спасибо тебе. Начинающая рокерша, да. Музыкальный десант из Европы, хедлайнеры «Ночи музыки», «Урал Мюзик Найт» в Екатеринбурге, музыканты из Голландии, Германии, солисты группы «Сю». Доброе утро. Good morning, guys. Good morning. Hello. Давайте я представлю каждого отдельно. Итак, у нас в студии гитарист и бэк-вокалист группы «Сюд» Рутгер Мартинс. Good morning, Руди. Good morning. И вокалист группы «Сюд» Лекс Браун. Hello. Hello. Good morning. Доброе утро. Слушайте, давайте начнем с недавних событий. Я думаю, что это будет логично. Да, вчера же был концерт, все правильно? Ребята, вчера выступали. Yes. Но не впервые у вас это происходит в России, мы об этом хорошо знаем. Все-таки по поводу вчерашнего концерта. Как он был вообще, как российская публика, как принимали, ну и все, что с ним связано. Нам интересно абсолютно все. How was Harwell girls and atmosphere? Girls, boys, they were all having a great time. Девушки, мальчики, все проводили время просто прекрасно. So this is our fourth time in Russia with Suit. Четвертый раз в России с группой Suit, поэтому мы привыкли. And the second time in Moscow. И второй раз уже в Москве. And every time has been just beautiful. И каждый раз все проходит просто совершенно. Ну рассказывайте, ребята, что помимо ночного клуба, где вы выступали, вы еще успели увидеть в нашем городе? Not yesterday. Yesterday, all we saw was the Trans-Siberian train. Вчера все, что я увидела, это была Транссибирская магистраль. Which is quite the experience on its own. А вот здесь явно такое приключение само по себе. А вот здесь поподробнее, пожалуйста, что вы делали на этой магистрали? No, we had a longer one. We left Екатеринбург to Kazan. Мы на самом деле приехали сюда из Казани, мы из Екатеринбурга уехали в Казань. And there was then some good stories that we needed to tell to entertain each other. И мы рассказывали друг другу веселые истории, чтобы развлекать друг друга. But the other two trips was just sleeping. Но остальные вот из Казани в Москву это просто сон был. Руди, can I ask you to put your microphone a little bit closer? Yes. Yeah. Now is good. Good. Ребят, получается, что вы сейчас совершаете вот такое большое путешествие по нашей стране, совмещаете, видимо, и отпуск, и концерты. Yes, it's exactly what we do. It's everything at once. Да, как раз. Это вот все, чуть-чуть, понемножку. It's a tour, it's an adventure, it's kind of a vacation. Это тур, это приключение, это какой-то отдых для нас. Слушай, для артиста это такое идеальное сочетание получается, мне кажется. It's a perfect combination for musicians. Oh, yes. То, что надо. And you look really very fresh, boys. Oh, wow. We did it, man. А, друзья, у нас же сегодня прозвучит еще живая музыка, да? Это же обязательно произойдет очень скоро. Yes, as in here we do, and tonight we will. Да, мы сыграем вам несколько песен здесь, и сегодня вечером мы тоже сыграем на концерте своем. Слушайте, это супер, давайте об этом мы поговорим и послушаем все чуть-чуть попозже. Прямо сейчас у нас буквально небольшой перерыв, минутки 3-4, мы потом вернемся и продолжим наше общение. Друзья, перерыв был недолгий, мы тут продолжаем общаться за эфиром, потому что у нас огромное количество людей, прекрасных музыкантов сегодня в студии. Юля, напомни, пожалуйста, да, еще раз. Да, у нас сегодня немецко-голландский тандем. Ребята поют в одной группе, все это на коллектив «Сюд», гитарист и бэк-вокалист Рутгер Мартинс и вокалист группы Лекс Браун. So, Руди и Лекс, it was your second time when you were teachers at this camp. Да. Молодец. Yes. Мы должны пояснить, наверное, Алла. Во-первых, давайте еще раз Аллу представим. У нас сегодня же в эфире за переводчицу солистка группы J9 Алла Аспи. Алла, мы тебя, конечно, очень рады видеть. Рада. В любом всегда качестве. Рада. И с песнями, и как творческую единицу, и как переводчицу тоже. Да, спасибо. Как переводчиками. Мне вообще шикарно. Скажи, пожалуйста, давай мы сейчас дадим небольшую паузу ребятам. Расскажи, пожалуйста, что это за уральский кемп? То есть кого обучают наши европейские гости и чему? Ну да, я очень знаю, музыкальный лагерь, да, вот есть такое определение, да, вот как-то так называется. Есть такой фестиваль «Урал Мюзик Найт», и организаторы этого фестиваля организовали первый в России
некоммерческий лагерь для музыкантов, который проходит так. уже вот второй год подряд. Туда может подать заявку любой музыкант, и неважно, какой у вас уровень. То есть любой музыкант из России. То есть если я решаю, что я рокерша, я тоже могу поехать поучиться? Ну, поехать, там идет все-таки отбор, но подать заявку вы можете. И если вас отберут, причем комиссия состоит из русских экспертов, из ребят тех же самых. Это рок-музыка, да, Алла? Это разное абсолютно, нет. То not есть... only rock, I mean, yes, Flex. All styles, soul singers, все стили, crazy. Soul. Like Russian traditional styles. It's really какие-нибудь фольклорные даже русские стили. Все принимается. Просто в этом кемпе проводятся занятия практические, теоретические по музыке, по музыкальному бизнесу, который ведут ребята. И здесь, кстати, еще с нами не все преподаватели Урал Мьюзик Кэмпа. Там есть еще часть людей, которая осталась за кадром. Boys, what can you say about your students this year? Что вы можете рассказать о студентах в этом году? It's great, like doing these Они camps прекрасные. And spending a week with people that you don't know at the beginning. Каждый раз мы проводим неделю с новыми людьми, которых мы не знаем в начале. And they become like friends. И они становятся нашими, как будто бы друзьями и семьей в конце. It gives a special feeling. Yes. Mm-hmm. Каждый раз это особое чувство. It's so beautiful to experience that. Because they haven't known each other before, so they come from all over Russia. Они не знают друг друга изначально, они приезжают со всей России. And they grow together. It's such a network that is being created in six days. И они становятся единым сообществом, они все вместе социализируются, ну, они все вместе. Правильно, я понимаю, что вот в этом лагере музыкальном, yeah. в Екатеринбурге, формируются новые группы, рождаются музыканты. Yes. Правильно? Да, exactly. That's exactly what happens in Да, именно вот это и происходит в этом лагере. Но это же не ограничено каким-то конкретным стилем, да? Там коллаборации могут совершенно разные возникнуть. Нет, абсолютно. Who impressed you most of all this year? Кто вас впечатлил больше всего в этом году? We cannot cherry pick. We have to Мы say не можем выбрать, любимчика, да? Нам мы влюбились во всех. Та энергия, которая была там, она просто нас полностью наполнила. Слушайте, а давайте о других потрясениях. Я продолжу твой вопрос тоже немножечко. Кто, какое ваше потрясение, ну вот пусть в этом году, уже полгода практически, или давайте за последние два года вообще в музыке. Вот появилось что-то такое совершенно новое, что на вас как-то повлияло очень сильно? It's attention to detail, I think. Это, наверное, внимание к мелочам. For example, a Russian audience. Например, русская аудитория. Really listen. They really listen. Она действительно слушает. They want to understand every word and every detail. Они хотят понять каждое слово и каждую деталь. So we've come to think different about our own music. И мы даже начали переосмыслять свою собственную музыку. We're creating it even more intricate. Мы ее делаем более сложной, более интересной. Because we know that there is people there that really, Потому что мы знаем, really что есть люди, которые действительно прям слушают и прислушивают каждой детали. Можно ли сказать, что слушатель стал гораздо более искушенным? They also can party, that's for sure. Но они также могут веселиться, это точно. Это одно другого не исключает, это круто. Слушайте, у нас снова небольшая пауза. Мы спеть не успели, мы успеем это совсем скоро, мы это обязательно сделаем. 3-4 минуточки, мы к вам вернемся. Друзья, доброе утро. Телерадиоканал. Доброе утро, страна. 10:18 точное московское. 28 июня в Екатеринбурге пройдет Урал Мюзик Найт. Это потрясающее, крутецкое мероприятие. И у нас сегодня в гостях хедлайнеры этого шоу, группа Сюд. Еще раз представлю, у нас Рутгер Мартинс из Голландии, гитарист и бэк-вокалист коллектива, и Лекс Браун, вокалист группы Сюд. Ребята, давайте мы сейчас сразу, наверное, перейдем к живому исполнению. Мы уже заждались лайфа, да. Что это будет за песня? Объявите, пожалуйста, ее сами. The song is called Kings and Queens. Песня называется Kings and Queens, Короли и Королевы. And we played it the first time in Russia in 2017 at Ural Music Night. И первый раз мы сыграли ее на Ural Music Night в 2017 году. And Слушайте, ну а в эфире это премьера сегодня получается у нас тогда. So like, no. Is it a premiere on air for the first time? It is a premiere on air. This is, has never been да, broadcast. Да, в эфире это первый раз, это премьера. Давайте тогда еще раз представим эксклюзив в эфире телерадиоканала Страна FM, группа Сюд и песня Kings and Queens. Поехали.
your puppet on your string. The last sip left in your drink. Pull me out. I'll be a memorable stain. On your hunt, I'll be a game. Shoot me down. Uh-oh. Won't you be mine? Let me inside. I want you to know there's room for a queen in my king-size chair. I want you to know there's a place away from the world. I think we fit. The broken shoes you choose to keep, 'cause they bear a memory. Wear me down. Uh-oh. I'll be a pawn inside your game. Until the end I will remain. Play me, baby. Uh-oh. Won't you be mine? Let me inside. I want you to know there's room for a queen in my king-size chair. I want you to know there's a place away from the world. I think we fit him by the fireside. And there's a place where time and space align. Where I like to collide with you, ride with you, enticing inside you, midnight you. Girl, by the fireside. And there's a place where time and space align. Where I like to collide with you, ride with you, enticing inside you, midnight you. I want you to know there's room for a queen in my king-size chair. I want you to know there's a place away from the world. I think we fit. Won't you know, girl? Shine master, this is soup. Oh, take it home, boy. Спасибо большое, спасибо. Лекс, потрясающий вокал у тебя. Ну, действительно, просто фантастический. Oh, thank you. Thank you. It's 10 in the morning. I just want to say it's 10 in the morning. Хочу сказать, что сейчас 10 утра. Обычно все так и говорят. А я еще не распелся. Руди, спасибо за гитару. И как бэк-вокал был тоже потрясающий, конечно. Слушай, у тебя в руках очень интересная гитара. Мы все это заметили. Она у нас по-русски это называется, прошла, как это, огонь, воду и медные трубы. Испытание жизнью, да, это называется так. Это правда. Да, говорит, я тоже с ней пошел. Ал, давай попросим Руди немножечко микрофончик поднять, или к себе чуть-чуть его, да, можно это сделать. Вот поближе немножко, чтобы его было слышно. Я о чем хотел спросить, это что за гитара, потому что на ней нет никаких надписей. Это какая-то мастеровая работа или что? Я бы хотел сказать так, но нет, на самом деле это не так. This guitar belongs to Louis, who you will meet in. Эта гитара принадлежит Луи, с которым вы встретитесь. And it's a resonator guitar. И это резонаторная гитара. And they start building it, I think, in the 20s. Они начали делать такие в 20-х годах. Wow. And it's made just to be very loud. И она сделана для того, чтобы быть очень громкой. That a lot of street musicians used back in the days, the blues. И раньше куча уличных музыкантов играли на таких гитарах. Этой гитаре сколько лет? Она старая? Ну, примерно. It's older than us, that's for sure. Мы у Луи спросим потом, попозже. Mm-hmm.
Ей примерно 15 лет. Ну, а сколько возраст. Всего гитар ты привез с собой в Россию? Только одну. Ну, слушайте, настоящий профессионал достаточно и одной. Это же это не то, что вон солист группы Pink Floyd продал на днях свои 100 гитар за 22 миллионов долларов. Ребят, спасибо огромное. У нас встреча еще с другими музыкантами, которых вы хорошо знаете, потому что играете вместе. Thank you very much, boys. И еще раз спасибо вам огромное, что у нас сегодня в гостях были хедлайнеры Урал, Music Night, группа Suit, Рутгер Мартинс и Лескс Браун. Thank you. Все, друзья, мы делаем небольшой перерыв и скоро к вам снова вернемся. Первый и единственный в России. Самый яркий, самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.